Да, рад вас приветствовать вновь. Собственно, устройство, на которое я сейчас записываю звук. Но это не тот звук, который видео, это тот звук, который прикрепляется под видео в аудиофайле. И аудиофайл, который будет прикреплен под этим видео, да, файлы пишутся в WAV-формате 24 бита, 96 килогерц. Сначала будет играть Sansui 07, и после Акуфейс 5000. Акуфейс 5000 у нас сейчас подключен напрямую, без преда, то есть напрямую с ЦАПа. Ну, хотя бы, я думаю, что с предом оно повеселее будет, но в данном случае хотя бы, так скажем, частично уравнять, приблизить шансы по ценовой категории, то есть чтобы это было сколько-нибудь сравнимо. Но, значит, смотрите, какие впечатления. Конечно, звук Акуфейса выглядит более убедительным, он помягче, то есть и помассивней, то есть такой более плотный, что ли. И я обратил внимание, что, соответственно, мне пришлось выставить чувствительность, ну, то есть изменить громкость на ЦАПе, она регулируется здесь, вот, и чувствительность микрофона, то есть, соответственно, чтобы запись произведена была качественно, то есть, чтобы пиковые лампочка, которая означает пиковые значения, чтобы она по возможности не моргала, либо моргала как можно реже, то есть для того, чтобы избежать искажений. Так вот, по субъективным впечатлениям, на Акуфейс позволил колонкам играть более громко, более массивно, более масштабно, не достигая пиковых искажений. То есть, получается, по микрофону, как по измерительному прибору, достигая тех же пиковых значений, мы получаем больше звука. Вот такое интересное наблюдение. Ну, в общем-то, с этим наблюдением я и столкнулся, когда в предыдущем видео то есть там, значит, к Sansui прикреплен аудиофайл, где я сравниваю звучание именно на аудиофайле. То есть там играют тысячные мониторы. Ну, мне просто нужно было их проверить, они тут стояли, я решил как бы и для себя, и для вас, вот. И вторым номером там играют Diatone 2S3003. И та же ситуация была, что, соответственно, не достигая пиковых значений, Diatone 2S3003 сыграли более масштабно, массивно, то есть по впечатлениям громче, ну, как-то вот мощнее все это, но по прибору получается так же. Такие дела. Но что касается непосредственно усилителя мощности, в ближайшее время он у меня последний, замыкающий линейку мощников от Акуфейс. То есть у нас сейчас в наличии есть 450-й, 45-й, 47-й. 45-47 это А-класс, 450 это АБ-класс, 450 он конца 90-х или начало 2000-х, ну, будем говорить так, предшествующая модель 5000-му. 5000-й это 2004-2008 год выпуска, ритейл у него был 9000 евро, он чуть помощнее 450-го, чуть потяжелее. Вот. И что мне нравится, я буквально в предпоследнем, может быть, видео, а может даже это нет, это, наверное, у меня было общение, но я все равно об этом говорил, что мне нравится, у него линейность характеристик не в плане искажений, а в плане увеличения мощности с изменением нагрузки. То есть он на 8 Ом дает 100 Ватт на канал на стереорежиме, на 4 Ома 200 Ватт на канал и на 2 Ома 400 Ватт на канал. То есть это говорит, ну, как, насколько я могу понимать
электротехнику, а я не электротехник, то есть чисто вот в таком бытовом формате, насколько я могу это понимать, говорит это о энергоемкости трансформатора, блока питания, то есть всей системы в целом, которая, в общем-то, позволяет быть этим характеристикам линейным. Вот. То есть увеличиваться в соответствии с изменением нагрузки по сопротивлению. Вот. Короче, мне это внушает потенциально доверие. То есть в общем и целом я, честно говоря, не люблю говорить про цифры достаточно давно, потому что, ну, объективно есть вещи, в том числе усилители, у которых выходная мощность очень скромная, то есть показатели как таковые, то есть искажения там и прочее тоже, не сказать, чтобы какие-то фантастические, но при том, при всем, по звуку они шикарны. То есть звук это все-таки не только цифры, ну или точнее так, то есть параметры это есть разные, да, и вот совокупность этих параметров, которые можно в том числе и в цифрах измерить, она говорит о конечном результате в виде звука, но тоже, знаете, нужно быть, скажем так, семи пядей во лбу для того, чтобы все это проанализировать и по цифрам что-то там сказать. Как правило, очень предварительные суждения можно вынести, отталкиваясь от цифр, которые производитель пишет нам. Значит, емкости тут на 47 тысяч, на 63 ватт-вольта, такое вот измерение, вот видите, WV, вот, по-моему, 45-ки такие стоят, трансик стандартный для акуфазы, вот, и вот у меня вопрос, тут вот, по 12 транзисторов или по 6, я думаю, что все-таки по 12, то есть я просто, видите, при вас крышечку открыл, открутил заранее, ну, не вижу я снизу там, ну, вроде как есть транзисторы там, то есть, соответственно, здесь по 3, там по... Ну, короче, 12 транзисторов в канале, золоченые платки, как в А-классе, то есть в 45, ну, то есть вот такие, скажем так, это фенечки соответствующие, ну, может быть, соответствующие именно более новому времени. Кстати, интересно, что 450-й он имеет дизайн внешних ребер, как и А-класс, а вот 5000-ный почему-то, ну вот в таком корпусе закрытым, но, видимо, это как просто две линейки, не более того. По косметике косметически без упреков, то есть весь красивый, целенький, никаких тут нету, ну ничего нету, то есть все в полном паридосе. На одну акустическую систему рассчитан. Так, здесь у нас, соответственно, ну что, мы можем отключить свет и, в принципе, стрелочки как таковые, сменить вход, то есть сейчас у нас балансный вход горит, можно включить RCA вход, небалансный, соответственно, и аттенюатор, позволяющий нам до минус 12 дБ снизить чувствительность сигнала. Вот, ну, в принципе, вот так, не буду затягивать, да и как-то дело к утру, в общем, это мыслей каких-то особо нет, но желание было все-таки вам показать. А так, ну, в будущем, конечно, мы еще увидимся. Небольшую открою тайну, ну, хотя нет, это не тайна, даже не секрет. Подъехали вещи, которых у меня еще не было. С нетерпением жду возможности с ними познакомиться, вам показать, но это будет чуть позже, по факту наличия, скажем так. Спасибо за внимание, друзья. Жду, так же как и под прошлым видео, ваших откликов на тему разницы звучания. То есть вот композиция, которая вначале играла, она будет прикреплена в записи на аудио. Повторюсь, там проигрыш первый на Sansui 07, второй проигрыш на Akuface P5000 мощник. Вот.
хочу, чтобы вы мне дали обратную реакцию, обратную связь на то, есть ли смысл записывать на рекордер. То есть качество разное, звучание, но я могу его оценить только вот с телефона, через наушники айфоновские проводные. Ну, в принципе, как бы меня устраивает это качество звука в целом, да, но тем не менее оно далеко от того, чтобы все-таки выцеживать какие-то тонкости. От себя могу только сказать, что в принципе чувствуется, конечно, что на рекордер пишется чище, то есть более так все артикулировано, выверено. Но и сказать, что запись сделана на телефон прям говнина, ну, тоже так вот не скажу. То есть она тоже имеет свой определенный шарм, такую некоторую эквализацию, объемность. Но с точки зрения лабораторности, для сравнительного анализа, я думаю, все-таки на рекордере запись, она получается более такая точная. Спасибо за внимание. Будем прощаться.